Фабула сказал, что типа вот это достижение никто типа не воспринимает, ну, в такой комьюнити. Типа этот. Это как выиграть G-лигу, типа. А? Ну, типа, там, ни Турции, ни Италии, ни Франции, там, ну, то есть, нормальных команд не было. Ну, Латвия, Литва, это, типа, не серьезно. Ай. Я не отмечаю больше. А стрим Чански? Джиги, это Одесса, так и называется. Но стрима нету. Или ты на Ютубе? Ну какая разница? Виктор Гусев. А ты слышал, Кирюш, когда этот играли Украина-Россия, и там комментатор этот русский с бородой такой. Орлов забивает. Блять, как я не записал, да? Бля, как я не записал сзади, это так смешно было просто, я там чуть не сдох со смеху. Я себе этот поставил самую маленькую сенсу. Ну, какая доступная. 3, по-моему. Тебя не видно? А, видно. Такой огурчик сидит. В этом. Водолазке. Сейчас надо скинуть эти, чтобы зашли. Как его? Да четко, я же скинул, чтобы... Я уже скинул, чтобы эти были зрители у тебя. О, приземлился, да, заберет сейчас. Вот второй еще. Это не он. Это другой, по-моему. Мне его так жалко было, он побежал это, вручную меня бить. Да ёб твою. Соль, Кирюш, ну чё-то Кирюшу ебанули. Some gear.
Есть. Нет. Есть комплект с броней. Могу скинуть сегодня. Чего? Ой, бля, Олег, попробуй. Как это снайпа увеличивает. Приближается идет. Там этот. Влево-вправо нажимаешь на крестовине. Охуенно. Helicopter marked. Там выкупили кого-то. Your teammates done in. They're returning to base. А, тут стекло. Found a vendor. Включи, Кирюш, сук, ты не будь мелкой пиздой. Вот Олег. На нахуй. Блять, уёбок. Сидит. Хорош. Иди их нахуй. Угу, угу. Сзади еду. Let's fucking go. Они еще ебут, ебут, да, да, да. С этого, со стороны аэропорта. Да иди нахуй, сука, уйди, как блядский. Ну надо там. Ну, со стороны дыры это. Так, надо лечь сразу, а то меня ебну. Да иди нахуй, сука! Он через забор меня ёт, блядь. Блядь, как он заебал, сука. Да вот прям напротив где-то. Блядь, скажи, он заебал меня. Вообще выебу. Блин, да он не мог издалека вот так хуярить по мне. Не-не, там сблизка. Ну или он это... Или он какой-то спорт. Не. Ты видел, что они с лодаутами. Заговорил, блин, ебал. А есть броня у вас? Просто я тут оставлю эту штуку, я тут здесь, наверное. Уже? Let's go. Я добил твою. Это не... Это может быть. Don't worry, you'll make it.
Take it. Я тебе очко спас, Кирюш. А чел твой. Ты мне должен за жопу. Бля, я разъебываю нахуй. Тут люди на стрим заходят, чтобы меня посмотреть, а не тебя. Я русскоговорящий свэк. Ты не можешь ничего умного придумать, потому что я могу на стрим зайти, там будет не очень умное лицо. Это на Твиче, по-моему, можно. Ну да. Ну блин, ну ты скажешь, что я реально такой. Во-во-во-во-во! А в ангаре в каком? Справа, слева? Купим комплект еще один или? Я бы переметнулся сюда, пока есть байк. А сзади откуда? Да? Не вижу никого. Блин, как я его не поломал? Положил вот здесь, можешь давать кластер. Ну, ебашь кластер. Ну, бля. Ты вообще не туда дал, да? Жаль. Чуть поближе бы, норм был. Это они же селфнулись нам. Ну, сука, соси, блядь. Gas is inbound. Marking new safe zone. Oh. Селфися. Сейчас. Главное, чтобы тебя не сняли, Кирюш. Да, там вообще не светился у него этот прицел. Да, прилетел вроде какой-то хер. Ты
нормальная вещь. Можно. Moving. Relocating. Охуеть, блядь, кто это? Да, блядь, я не знаю, там вообще прицел не светится у него, он нокает меня. Блядь, надо Роуз брать, потому что этого видно. Красную голову, блядь, эту. Пиздец. Ебал. Тебе жалко поднять, что ли? Вот здесь был. Блин, у него лютая снайперка была. Без этого. Бля, сейчас эта хуйня понадобилась по броне. Нахуц. А ты не забрал, Кирюш, ту штуку? Да. Enemy soldier incoming. Кто-то высаживается здесь. Moving here. Вот он. Это хуйло меня и нокало, блядь. Парень. Там на крыше. Я тут магаз нужен. Да, я тут недавно задание делал, у меня коробка выпала вот сюда и... Ну да, забаговалась, походу. Кто-то оставил. Я взял 5 штук. Кто-то купил и оставил. Сейчас я еще возьму.
Скилюши тут стреляли с типами, они как-то поднялись наверх. А, вот. Поднимает наверх. А я одного положил там. Так они внутрь залезли со вторым. Я там третьего тоже почти положил, но... Набежал. Нам вот туда на самом деле переместиться. Но... Он спрыгнул. UAV overhead. Enemy there. Relocating. Heading there. I'm moving. Never mind. На большой крыше есть. Так у нас я выше. Я пиздец как высоко сижу. Ну да, это будет печально. Relocating. Target ID. You gotta move. Вот здесь положил, типа. На большой крыше смотрите. Бля, я так и думал, нахуй. Да нет, к сожалению. Я понял. Давай я сдохну, лучше выкупи. А, выкупил клиник-то нет. Сука, только хотел спрыгнуть. Target ID. Он под тачкой лежит, убиваю его. О, хорош, Кирюш. В Галилу зажал. Safe zone's far. We gotta move. Going this way. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Gas
Пиздец. Дима говорит, что нас не слышно на стриме, Олег. Ты не включил звук в стрим. Там, ты когда стрим включаешь, так тебя меня... спрашивают. Типа... Там я включил, мне написано, что... Не-не-не, это когда ты... Нет, когда нажимаешь показ, у тебя там спросят, типа, включать звук тусовки в чат, ты пишешь, да? Типа, параметры показа. Вот, нажми кнопку share. Share, параметры, и там будет это. Включить звук голосового чата, это предпоследний. Да нет. Просто нажимаешь показ, у тебя там будет этот. Именно пак. Нет, кнопку Share нажми. Вот у тебя менюшка, просто кнопку Share нажми. И там будет вот. Да, и там нажимаешь, и будет. У тебя три точки такие рядом с прямой показ. Меня? СМС пришел ему. А что если я выключу микрофон вообще? Там броню скинул, Кирюшу возьми. А сейчас, Кирюш, меня слышно? Кирюш? Может ты меня слышишь в этом, как его, в... А ну, слышишь? Спроси у Димы, он меня слышит? Блин, Арт, можешь спросить? Блин. Мне просто интересно, как... Вот так ты? А я сейчас с этим стримом, блядь, запизделся и... А вы там еще? Ну а Дима, раз не слышит... Но он это писал давно, может. Я, блядь, вообще только что звук выключил. А мне теперь показывается, что как будто есть звук. Блядь, не успел броньки взять, сука, с теми. Комплект купили, походу, они. Да. Купили. Комплект. Вот с яблоки. Вон, на крыше, короче. На крыше, да, я вижу, типа. Надо отходить, парни.
Он же вас палит. Бля, снайпер меня палит. Там снайпер меня палит, стоим с крыши. А ты тут хотел запрятаться, кидыш? Ну, сюда можно запрыгнуть. Сюда они могут запрыгнуть, а на следующий они не смогут запрыгнуть. Я вот в этот хочу. Бля, у меня башка чешется вообще нахуй. Мне кажется, тот, который вы, там не очень, что можно в окно запрыгнуть, блин. Вон, они уже на аптеке. Блять, один сверху. Они нас обходят. Бля, нихуя не вижу. Они со всех трех сторон обходят, парни. Ну да, ну как надо. Блять, солнце я нихуя не вижу. Я нихуя, честно, не вижу из-за солнца. Я понял. Вон, вижу одного. Двое. Бля. Нам пизда, короче, они со всех сторон нас заходят и ебут. Блять, так и знал, что у меня зацепят патронами. А, пидарац. А-а-а! Сука, хотел его вручную. Ай, блядь, ну они с лоудатами, гандуразы. Practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stone. Shut the fuck up. Арч, ты же сказал, что ты стал проигрываешь в этом гулаге. Начал не рашить, просто стою у себя. ХЗ. А чё там? А чё за речка такая чёрная здесь? А, растаял? Растаяло озеро, которое раньше было? Конечно, раньше не было там озера. Было оно просто, ну... Ну тогда оно... Ох, ёбан. Он спрыгнул, по-моему, кидыш. Блять, сука! Не посмотрел, что за ебаное оружие. Стрелял как со снайперки, поц, один патрон. Там на крышке идет. На мне, тут. Опусти, Кирюш. Блять, мразота ссаная. Здрасль. Сука, так лег сразу, крыса ебана.
Я почти выебал. Типа с фара бы ты выебал, да, его? Представляешь, чтобы сейчас снайперка была? Надо вниз спуститься, броньки купить. Нахуй ты прыгаешь? Сейчас только они тебя увидят. Мне кажется, уже увидели. Да, блядь, прыгни на лоудаут, сразись, как мужик, хоть ты сидишь, блядь, с дробовиком. Заебал. Все, вот все трое мы уже увидели. Вон, спрыгивай, еби их с дробаша, Кирюш. Слушай, Арто. Блядь, вот прыгни ему на лицо и выеби его. Вот, блядь, всех троих уложишь одним дробашом, отвечаю. Кирюш. Вот я тебе отвечаю, спрыгивай вниз и просто зажми кнопку R2. Сейчас будет контент. А идеально, я говорил. Идеально по графику. Вот тебе и контент. Я говорил. Ну. Спрыгнул бы, засушил бы всех. Кириш, ну скажи хоть что-то. Кириш подгорел на меня. По воскресеньям не идет? У тебя выходной, типа? А ты суббота-воскресенье не работаешь, да? Че ты за логист такой? Логистика имеет выходные? Угу. Так, ну... Я ты сел круассан. Ты в ПЭКе работаешь? В СДЭКе работаешь? Куда? А у тебя с 9 до 6? Да можешь чилить вообще? Ну или напряженка постоянно. Паться будем? А? Так, ну все, парни, я круассан съел, no surrender, no retreat. Сериалы смотришь? Парни, мы полетим вот сюда. Смотри, глухаря-то смотрел по-любому. Так, с нами летят, парни. Вместе, вместе. Together, together. Да, летят, пидорасы. Я чуть промазал чуть-чуть. Ну заебал. А где он? Сзади, Олег. А? Блять, я мазила конченый. Сука, один выстрел по нему. Как... Блять. Как я его не перестрелял, сука, с чего он меня? Блять, с РПД. Блять, сука, один выстрел. Пол выстрела, блять. Сука. Как я зараковал только что, блять. Hello. Кто-то написал, слышишь? У кого, сообщение Xbox One sucks.
кто-то мне. Не вижу эту сторону. Покиуме. Бля, ну как я только что зараковал там чувака, это пиздец. Это нахуй пиздец. Так, ну что? Чего? Да я там, блядь, чувака мог вынести, блин, так хуёво стрелял. Арчи, ты начинаешь её разъёбывать, да, этот, в Warzone? Это кулак? Ага. Ага. А кажется, слышишь, Кирюш, кажется, надо три удара, да, чтобы сейчас убить? Как, смотрите, куда меня резнуло. Меня тоже резнуло, чувак. I was gonna clean my room, but then I got high. Supply box marked. Кто мне пишет, нахуй? Отговорки, Кирюш. Как видишь, на мне не сказалось, я как херово играл, как всегда. Бать, только в стенку вряд ли. Не, ну картинка получше, конечно. Но... Типа все очень быстро для меня, я не, не могу привыкнуть. Буду пока с фарой бегать. Если меня подсушат, то знаете, это не моя вина. Блядь, просто сказать, что я пробежал тут мимо этого. Fuck you. Дай мне лучше броня каких-то. Ты маленького партизана брать. Там задание делали, кстати. Ого, по мне спереди стреляют. Арт, там спереди прямо по нам нас встречают, прямо за магазином. Бля, пошли, наверное, сюда, да, слышишь? Нам сейчас бессмысленно стреляться с ними. А здесь тоже есть. Где? Смотрит прям на нас. Сверху, с крыши? А, не-не-не. Вот, где? Он меня смят. Блядь, еще сзади. Пизда. Хорош, положил его? Блядь, патроны кончились, да. Патроны, сука, кончились. Машина. Вон, кто-то бежит его поднимать. Блядь, я... Это где он? Патроны закончились. Где ты, мышь? Да иди ты нахуй! Сука, ну блядь! Три раза, блядь, перезаряжался. Хорош. Тип с машины вышел. Сука, из такого. Пизда. Блядь, как я сгорел нахуй. Часы меня заебали, только, блядь, пишут мне не по делу. Да, мог двоих нахуй убить, блять, в конце концов никого. Чё молчите? Горим! Горите, да? Значит, я вовремя. Здорово. Привет. Чтобы вы вообще полыхнули.
Мне так что-то повезло, я на 8 патронах второго тоже уложил. 8 патронов этого стоунера хватает, чтобы типа человека положить. Нихера он там, конечно, отполз, этот пес сам. Стоунер, вон, у него дамаг дохерищ. Только там отдача такая, блин. Ну, кстати, сейчас я стрелял, вообще как будто отдачи не было. Там знаешь, как мне почему-то легче с этого, с прицела с него стрелять? Прицел, да, ставим. Прицел. С прицелом нормально было. Знаете, да? Блять, я, сука, бомбанул нахуй с этой игры. Ну, это какие-то задры, у него с Дамаскас. Добей, добей, там еще второй. Посла добить. Это надо было. Поди. Еще один летит. Арт, еще один прилетел. С какого пулемета? Со стонера? Да, спустя не. Арт Эль Фуэго. Ты хуй знает, что-то мне, наверное, не стоит с ним. Я с фары хуёво стреляю вообще. Ой, я буду не сверху, заебашиться. Блять, будем нормально катить или чё? Заебали. Пих. Левый домик проверь. Левый этот. Вот. Зад. Let's fucking go. Ну ты мазила. Блять, он что, со мной? С тобой бежит, кажется. Разворачивайся. Ааа! Как? В прыжке, блять. А у него... А, он прикинь, прям вот передо мной подобрал. Вот если бы я последнюю броню еще вставил бы, мне бы сейчас хватило. Это типа что, кот хочешь залететь, да, типа? Не, кот. Ну если возьмете. Если возьмете, то гол. Надо у Кирюши спрашивать. Разрешаю. Кирюш, можно? Дай поиграть. Побраться. Го, мы все равно, блядь, никого убить не можем. Залетай. Кот, что ты как дед? В смысле, как дед? Ну, хрипишь, типа. Не я. Это Олег чипсы Кирюш? Живет вообще-то. Нихуя подобно, я уже круассан съел, меня не вини. На стриме что? Киньте пригласи, что-то я не вижу никого. Ну, значит, трупы. А вот. Сам и... зайдешь, нет? Все. Ха-ха. Вот, что дочке подарил? Говорит, сегодня день дочки. Ничего. Вот, блять, сука. Пес. И кот ты пес. Сходи сейчас, купи что-нибудь ребенку. Сидишь, чё? Играешь. Весь день. Сейчас пойду. Да ладно, я так у нее, блядь, типа комната, в которой она сейчас пока не живет, она там. Просто под завязку забиты всякими игрушками, книжками, всякой херней. Целая комната. У нее это перебор явный уже. Всякой фигней. Перебой или перебор? Перебор. Перебоев у нее нет как раз этим. Почему? Мне скидывает, почему кола вредна очень... А, очень вредна нашему организму. Скидывает меня в тот момент, когда я колу ебашу. Fuck you! Кто это скинул? Ну, Ира скинула. Не fuck her, но типа, нахуй мне эта статья, блядь. А я думал, это типа... Часы такую херню найдет. Кириш, будь здоров. Лучший логист Петербурга. Ёбаный в рот. Не должен кашлять.
один хуй. Какая разница, кто в какой нации? О, я могу так. Три выиграли. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. I will drive. Кирюш, ты разрешил свой голос быть слышен на этом? На... Разреши, заебал. Отчисление. Отчисление будет тебя с команды, блядь. Отчисляем на охотс. Блядь, мне надо в душ сходить, парни. Я хочу в душ. Нихуя себе, это что, котик взял на себя инициативу, что ли? А нет, это... Кошечкин депутат. Может, мы наконец-то разъебем кого-то? Хотя бы, блядь. Давайте, с каждого по 5 килов. Справедливо, я думаю, более чем. Ну, кроме Арта. С него 6. А вот приземлились на Сергию. Там, на Сергию. Где, внизу? И теперь мы без оружия. Да, они с оружиями. Да и бись. Я их выебал. И что мне делать, блять? У меня нету ни одной пушки. Вот тут есть. Marking LMG. Сломал? Кнопка? Вот сейчас стик поплыл у тебя, значит. Так, ну что, парни, вы хотите их рашить или что вы хотите делать? Бегать Арч, туда, Арч уже там, Арт, блядь, ты сам там, блядь. Ну, мы четверки играем. Какой ебаться, заебал. Одного засветил. На мне, по-моему. Да. Забарный, да, блять, сука! Никого. Пизда, блять, я, блять, ну нахуй этот пулемет, я с ним больше ни разу, блять, я лучше с пистолетом. Сейчас будет поднимать за барной стойкой. Ну, кого? Пизда, Кирюша. Кого, блять? Там никто никого вообще не поднимал, блять. Там пиздец. Писло, блять. Кто сразу же, блять, я туда попёр. Ну и что, и там вообще пустота, нахуй. Пустота. Меня убил вообще там сверху Челюскин с лестницы. Там на лестнице, да. Тихо. За барной стойкой поднимает. Тумра, это никого не было. Блять, мы, сука, не можем, блять, пятую игру подряд приземлиться, взять лоудаут. Что за пиздец, блять? У нас у всех, блять, 0 кило, блять. Это пиздец. Так, блядь, прицел попутал. Все у тебя нормально, ты, блин, нас подвел только что, Кирюш. Поднимает. Я захожу, два типа просто стоят, блядь, в прицелах. Я уронил, да. И кто его поднимал? Ну двое, блядь. Блядь, что я начал? Он там просто валялся, а это юг, который не убил, он и Артура убил, походу. Хорош. А, еще UAV дали. Короче, мне пизда. Contract complete.
Дай одну-две броньки, Кирюш. Так, магаз, тут только что купили лоудаут, слышишь, на этом ближайшем? Пошли, да, там лоудаут купили. Бля, еще охота 2. Не можем ничего еще. А у вас охота? У нас охота, да, на меня, уже 2 охота. На орбите 8, 1, 2, 2 их вижу. 8 метров. Три человека вокруг нас. Три человека вокруг нас. 5 метров, один над нами. Еще один спрыгнул. Бля, они прямо тут вокруг нас, три человека. Открыли дверь. Блять! Блять, они лохи, Кирюш. Блять, патроны закончились. О, клеймор, клеймор. Блять, кто ты? Кирюш, ты что, живой? Откуда ты, сука, живой? Я, сука, ты вообще угар был. Ты вообще лютый угар был. Блять, Кирюш, надо депаться, но у них станки вся хуйня. Там два типа на него смотрят, понял? Бля, лифт же не едет. Ревайвится, и они даже его не попытались. Ну, они побежали за Олегом, и Олег тоже не убили. Бля, если у меня были патроны, я бы завалил второго. Так. Бронька спереди, одна, но этот... Слышь, я слышу, бегут. Справа. Под нами. Кирюш, врубай этот Dead Silence, иди и бей их. Хардбит, подожди. 42 метра, Кирюш, вот куда я смотрю? 42 метра, да, вот там. Куда я смотрю? 40 метров, двое, далековато. А мы на них, да, идем? Вот, слышишь шаги? Тут прямо шаги, блядь, есть. Слышишь, Кирюш, надо другие походу. Вот две команды. Бля, надо отходить. Где магаз, парни? Еще раз, отметьте. Ну вот. Кирюш, пошли на магаз, попробуем. А, с большой. Вот тип спустился. Блять, на магазин, и я-то бегу. Да я знаю, знаю. Перезаряжаюсь. Без брони полностью. Ты его подсушил? Его. Блять, я думал, что это мертвый лежит тело, а он просто лег. Кирюш, если честно, это было ужасно. По нам дали пресижн. Они с лоудаутами, ты подобрал их пушки? Так, мне надо быстро срочно выкупить парней, слышишь? Я подстрахерил. Подстрахеришь? Да, вот упал. 10 метров, тут прямо. А, 10 метров, подожди. 41. А, пролетал, походу. Короче, я пожал. Блять, ты домой! Сука, его на карте его видно. Кирюш, на мне. Блять, сверху, с пистолетом. Сверху, сверху, парни, вот он. Ух, я забежал на тебя.
Да дай залезу. Вы что-то убили кого-то там. А, вот большой броник. Лоудаут мы будем брать, нет? Тут брони до хера, кот. Ладно, давайте сконнектимся все вместе. Давайте, я сейчас к вам подбегу. И мы с вами реконнект сделаем, потому что... Где броня? Пиздец, угарный ты, Кирюш, там 8 броник было. Брони дохуя, а я забрал. Так, блядь, мы лоудаут уже не успеем, парни, взять. Не, нормально. Я подобрал типа пушки, на самом деле. Ёб твою мать, он там сверху, что ли? Ах ты... Плохой говнюк. Precision, кажется, дал по нам. Блять, газ идет, парни. Сука, ублюдок, он там херачит, давай, прыгай, мразь. Прыгнул. Блять, хуйню промахнулся по нему. Надо двигаться вперед, парни. Блять, я как будто первый раз геймпад в руках держу. Бля, у меня что-то крик, я, блядь, или у него не прокачан, я что-то с крига вообще не могу стрелять. Лоудаут взяли. Ну хотя сейчас накопим, давайте. Отдефаемся. Надо добежать до безопасности, а то сейчас. А что-то я так резко спать захотел. А вы убили этого пиздюка? Да ничего, никого не этого, блядь. У самого, блядь. Блять. Да, вон он. Quiet now, you're fine. Блять, мы разошлись, давай вместе. Сука, зачем я с вами прижал? Хуёвый движ. Нас будут принимать спереди. Ему левее надо брать, парень, честно вам скажу. Надо на этот дом подняться и спрыгнуть с него подальше. Он перед нами, перед нами. Где? Он перед нами. Контакт! Вот он, да, там двое их было. Лоудаут, походу, взяли. Вот еще один! Тут еще парень. Один! Еще один! Блядь, иначе. Большой броник отметил. А где кидать? Сука, пидорас! Блять, тут еще один! Еще один! Там да кот, в двери там он не стрелял. Не, завтра работаю, по следам. Блять, не то взял. Сука. То выкупили бы, блядь. Сейчас, может, сейчас выкупим, блядь, да? Броники там были, я ничего убежать, не взял. Собирался. Там еще один тип мне хуярил. Сейчас он перезарядится, блядь, надо. Он на мне, на мне. Сейчас, арт, я вообще без брони. Вот. Еще один, что ли? Да, мне кажется, там еще. Сейчас броньку одену, кот. Кластер дали. Эти деньги я кидаю. А, я сейчас его куплю. Да подожди, чувак, я боюсь, дай уже. Да не долетел он. Дай я руку.
Вон, здесь чел. Блядь, слева! Сзади нас отходит. Сука, слышал. Да тут отовсюду. Да, слышал его, блядь. Сука, нахуй я туда выбежал, блядь. А, мразота на Dead Silence, понял? Блядь, там... Сука, там пидор. Откуда он взялся, блядь? Мразоточ. На моем трупе там, блядь, двое, кажется. Трое. Я пошел нахуй. Отсоси меня. Гой тройки ебашит тогда. Так, что у нас? Месье Кирилловича. Ладно, чуть попозже зайду. Давай, Мохито. Ты ж заебал, включи свой голос. Ржем, люди не понимают, с чем мы ржем. Люди. Неважно. Кот, заходи ко мне на стрим, будешь смотреть, как мы ебашим с тобой. А знаешь? Ты когда стрим... Ты сейчас стримишь? О, стример, блядь, да? Я стример, все. Ты чё, сколько у тебя там? У меня абсолютно... Зрители, я тебе скажу, сколько. У меня один зритель. Это наверное, Артур. Это сам я сам себя смотрю, наверное. А не, подожди, посмотрим, насколько быстро оно работает. Подожди, сейчас зайду. А ну. Работает? Ну ты себе купил там вебку. Ну конечно, блядь, я же топ стример, чувак. Это контент. Я. Парни, все-таки я предлагаю еще раз попробовать тут залутаться, а потом вниз с того магазина спуститься. Так, ну я 7 киллов отгрузил, парни. Давайте, хотя бы пятерочку, каждый. Вы же помните правила. Так, там есть, блять, вот тебе и правила. Кирюш, за тобой один прямо. Пизда, блядь. Я прицел огнул там в этот момент. Ёбаный. It's nothing. Не, пизда. У меня тоже сейчас лагнул. Блядь! Сука! Ну как, блядь, он меня... А, вот чувак подсказал ему. Бля, у нас один, блядь, упал, ноги себе поломал. Другого пинг. Ебать, мы команда собрались, блядь. Не, у меня реально прям вот приз такой. Мало времени. У меня 80 где-то там. Да пихуй, блядь. Это все отмазки. Кот, а у тебя какие отмазки, скажи мне, пожалуйста. Меня лагануло отмазка. У тебя должен автоматически открываться парашют. Нет, не давай. Хуёво, у меня все настройки.
Как у тебя, блин? Блять, мне постоянно дает эту хуевую сторону, ненавижу эту сторону. В доме, по-моему. Не вижу. Да, блядь. Что за крыса, сука? Пидор, блядь, все это время на корточках сидел, блядь, я еще мог его разъебать. Нахуй залез, спира залез там, блядь. А Кирюха мог бы хоть подсказать, хуй там, стоял, даже не глянул. Кирюх, хуёвый у тебя тиммейт. Дом, походу, бежал справа. Слышал я его. Да он в дом побежал, чувак. Он снизу. Блять, что-то вообще хуйца какая-то. 5 кило, блять. Мы одного сделать не можем. Ёбаный в... Ну или так. О, грузовик. Он небось ехал, чтобы пересадить другого чувака на грузовик. О. Серьезно? Походу серьезно. Ха-ха-ха, слабак нахуй! Засал на Кирюшу, блядь! И сейчас самонаводящаяся ракета, хуяк! О, тип спереди! Блядь, Кирюша, ну ты ракачела! Да там можно раздавить! Блядь, а вот я хочу вот на эти хуйни залезть, парни! В трейлере они, блядь, по ним прыгали, блядь! Я хочу туда залезть! Ну хуй его знает, надо будет как-то сюда приземлиться! На вертолете и потом пробовать полазить. Короче, мне надо что делать с своим дизайном дома. Во-первых, наверное, убрать надо эти ебаные лестницы. Куда мне их поставить? Вообще пиху. Как-то эту камеру не могу найти для нее хорошую локацию. Кирюша! Выживай! Ничего себе! Let's fucking go! А чё лоудаута еще нет?
Так, ну что, куда мы летим, хлопцы? Повисим? Повисим, ну долго, блядь, висит на самом деле. Кириш, ты вышел, да, с грузовика? I should drive. Тогда... Тогда мы давай летим просто за Кирюшей, чтобы был, когда лоудаут упадет, чтобы мы хотя бы вместе были. Машинка едет маленькая. По ней хуярят оттуда, слышишь, Кирюш, осторожно. С большой крыши, мне кажется. Сейчас я тебя попытаюсь поднять. Кирюш, видишь, а все эти эмоции могли быть на стриме. Так, парни, вы знаете, да, куда я бегу? Там два лоудаута. Через 100 лет пробегу, может, какая-то пушка хотя бы будет. Нихуя нет, пиздец. Вот-то два. Вон уже тип, да, два. Ой, блядь, со мной двое. Блядь. Блядь, ну как он меня увидел, блядь? Скажи мне, сука! Съебанная игра, блядь. Как он подход? Блядь, это вообще другой тип. Блядь. Блядь, ну если бы хотя бы одну пушку нашел бы, блядь. Две команды, что ли, хуярятся? Это мазила по коту хуярит. Вот он, его на карте видно. Сзади кот. Угу. Правее, вот там. Слева, сзади тебя. Сказал же сзади тебя, кот! Что, не слышал, откуда он? А я думал, он за забором бегает. Так я же тебе сказал, сзади тебя, я слышал. Кот, го в двойке. Это, блядь, они пиздец. Чувак, не так сильно, как я. Ты хоть кого-то пострелял. Я вообще, блядь, пробежал специально два туалета, пробежал, ни одной пушки, никакой не было. Ни винчака, ни хуя. Бывает, чувак, но это, конечно, редкость такая. Это когда брони нет максимум. Я, наверное, тоже. Да, и я тоже ронил. Сука! 2.01, а было 2.02. Блять, кот, давай нахуй. 19 киллов. Верстываем. Верстываем нахуй. Блять, я могу к Денису присоединиться, могу к Казинаку, а к коту не могу. Кот, ты можешь на меня прилететь? Ну я сейчас нажал на тебя. Я что-то ошибка вылезла. Эррор. Я не могу тебе ни инвайт кинуть. Все закрыто. Ну сейчас я, короче, перезайду, блядь. В сеть. Камеры пробую что сделать. Кирюш! Так. Блядь, а чё камеру нельзя нормально настроить? Камеру нельзя нормально настроить. Сейчас, кот, подожди секундочку. HDR, even if... Broadcast, видео, аудио, подожди. Камера, о, вот сейчас. Да, я кинул.
Жалуюсь. Кажется, сделал. Я у тебя? Да-да. Ой, блин, сейчас. Хуйню запустил. О, нормально. Я себе настроил. Глянь, глянь стримчик, слышишь, мужик? Зайди, можешь ко мне зайти на тест? Ну ты кинь, кинь ссылку-то. У тебя в Твиче или где? Или на Ютуб? Олег? На Ютуб, Ютуб я говорю. А, Ютуб, ща. Так, а я сейчас... То есть я с настройками баловался, сейчас прикольно скину. Сейчас ссылку кину. Закинул ссылку в наш Эльхорсу. Видишь, как ты в рубаху там что-нибудь одел? Да, блять, рубаху. Чувак, я вообще обычно в трусах играю. Тут я... Ну ты видишь, смотри, как оно именно вокруг меня, типа камера, ну типа... Просвечивающаяся, видишь, камера такая, чтобы видно было сколько килов. И еще вокруг меня она не полностью квадрат, а именно вырезает прикольно. Прикольно, да? Ну что? Ну, да. А там у тебя какой-то как нимб, как будто святой с головой. Да, типа, да. Типа желтый, видишь, какая-то. А, ну видишь, а тебе руки поднялся, и оно появляется, смотри. Видишь? Картинка. А, да. Опускаю, оно закрывает его. Прикольно. На четвертой не было такой функции. Ой, ебать! Получается 5 секунд задержки, да? Да, да, где-то так. А это еще неплохо. Ну, прозрачные настройки мне очень нравятся. Ладно, потом поменяю. Надо его просто... Она, в принципе, да, лучше счет видно, ночнее. Ну, как-то оно... Ты знаешь, да, куда мы с тобой летим? Главное, парашют. Да, пожалуйста. Я сразу ебаш. Там постоянно, видишь, дохуя людей прилетают туда. Так, за тобой никого нет, все нормально, чисто. Хардбит у тебя, да? Да.
Мне кажется, никто не прилетал. Я, конечно, могу ошибаться. А, у меня 4, думаю, сейчас найду в этих домиках. Да, только денег да вообще. Да я большой броник нашел, да. А, все, все, у меня уже 5. Да, чувак, вообще денег нет, слышишь? Что-то дайте мне. SMG over here. Это Бизон, что ли? Сейчас прибегу. Да, Бизон. Ради такого я прибегу. Да, у меня, в принципе, ППШ вот не легендарная, но... Да, чувак, я не знаю, у меня нигде денег не было. То вниз там, где магаз, может там что-то будет. Да-да, погнали. Тончик на 65 это получше. KD опустил. Кот, надо... Надо возвращать его нахуй. Тоже свой вклад. Почти хватает. Ой, подожди, а что это? Мак 10. Давай, коробочка, давай деньги, мы покупаем лоудаут. Сука, вот это может быть. Гоу, у нас ровно код. На лоудик. Я, кстати, хочу на этих штучках проехаться, слышь, как-нибудь? А, это хуйня. Гоу, я там стрелялся как-то, но... Ну, гоу, поднимемся, посмотрим еще, что за какая там энергетика. Нихуя. Да еще ни разу не ездил. Как сюда сесть? Она не останавливается? Бля, нихуя себе. Я, знаешь, там напротив еду, типа, так, вот тут есть, слышишь? Да-да-да, нормально. А там, смотри, он еще дальше, они уникулеры. Да, потом не видно. Отметь спереди, вот еще двое. Спереди отметь на красную отметку. А это, походу, куда мы едем прямо. Как прям, да, рядом. Выходим, выходим, да? Как нахуй выйти? 28 метров слева, да, вот вот смотришь. На крыше, что ли? Крыша, мне кажется. Да-да-да, на крыше, на крыше, на крыше. А вот, вот глядывай. Сзади еще по нам хуярят, блядь. Вот осторожно. Я не понял, где сзади. Отсюда, отсюда, отсюда. А. Едем на крышу. Бля, на крыше вижу, типа. На тебя вижу, он бежит, спускается вниз, мне кажется. Ебать, я мазила. Ух ты, блядь, задержка, пизда. Он вижу. Блядь, на мне, откуда? Пиздец, блядь, откуда он взялся? Крыша.
Ой, блядь, сука, откуда спидер вообще на меня выпрыгнул, блядь? Откуда он на этой крыше уже как-то был? Не, не нравится мне эта локация, блядь, вообще со всех сторон хуярили, блядь. Блядь, и были лоудауты, нахуй мы туда поехали, полезли, блядь. Они на крыше, мы внизу, как, блядь, на ладони. Сука. Блять, меня заебало, что на этой стороне, блять, постоянно. Я ненавижу на этой стороне, блять. Сука! Я думал, он будет долго перезаряжаться, блять. Он сразу, блять, меня ёбнул. Пизда, блять. Блять, какая же хуёвая катка, это пиздец. Не, ну блин, да, локацию мы не знаем, там видишь, на всех крышах сидели, на твоей так, крыше, так, на моей да сидели. Да как он, блять, он, блядь, ещё сзади, он походу перепрыгнул, чувак, с твоей, ну с той крыши на мою, потому что он же был на хардбите, типа, в нескольких метрах от нас, ну типа, в 20 метрах. А этот поц, блядь, как-то перепрыгнул, блядь, и меня просто в спину, ну, просто передо мной выпрыгнул, меня просто расхуярил, я даже не успел развернуться. Ну ты на хардбите одного видел или двух? Двоих, двоих, но они были оба на хардбите, типа, перепрыгнул как-то поц. Видно нахуй, Да, чувак, я не успеваю приземляться, меня сразу разъебывают. Я на эти штуки хочу приземлиться, я никак не могу. Что? Да я школу отметил, а там магазин. А я вон справа отметил, вижу желтую отметку. А вижу. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Avoid the gas. Get to the safe zone. Бля, давай, хотя бы, блядь, 5 киллов. Хотя бы, блядь. 5 киллов. Давай первые прилетим. Моя пуля не выпала, блядь. Я не понял, куда они полетели. И уже внизу кот, я спрыгиваю вниз.
скоро можем солдат купить. Под голод аут. Ты это? Я открыл, да. Я бегу на магазин вон туда. Ага. Ага, потом тут залутаемся. А слушай, давай лутаемся за UAV возьмем. Хотя бы чтоб хватило на UAV. Крыша. А мы что, еще не с той стороны побежали? А, не, он стоит. Походу все у тебя, кот. У меня нихуя нету. А, вот деньги есть какие-то. Давай, я покупаю лоудаут и покупаю этот UAV. Можно вот баунти скапнуть. А, да, давай сразу UAV. Можно пойти в этого ёбнуть, слышишь? Что-то? А, алё. Он на башне. Думаешь, он один? Может, и один. Он там если лежит, мы... Сейчас видит, что охота большая, и там будет сидеть. Залез на соседний, но он, наверное, не даст. Нет, залез на соседний точно не даст. Мне кажется, легче на него залезть. Видит. Чтоб слышал, кто прикрывал. Фото 2. Блять, я упал. Какого хуя? Прикрываешь, чувак, то я, блядь, да, с разворота. Да, да, я с разворота, блядь, лезу и. Там, походу, лежит лестница, палит. На другой стороне. Один. Вижу его, блять. Вижу его, чувак. Отвлекай его. Лежит. Да. Он лежит. Ты можешь подняться. А, ну подожди, не факт, что можешь подняться. Я вижу, да, блять. Нога торчит, но. Бля, прямо в него стрельнул. Там по тебе? Нет, он куда-то вдаль стрелял. Чувак, подожди, я пока не вижу. Смотри, я тут поднимаюсь. Стараюсь, но пока не вижу. Ага. Красавчик. Он успел своего друга, слышишь? А, нет, ты его убил. Может так, neutralized. О, у нас денег дохуя. Нихуя себе, что у нас так денег? А, потому что мы и баунти, и селф, и этот, как его, и наше задание сделали. Выгодно получилось. Возьму селф-ревы. А, у меня есть селф-ревы. Кластер все ебану. Сейчас тут можно лутнуть рядом еще. Может UAV дать еще один? Да, давай. Я дам, у меня UAV. Хватит. У меня хватит. Я с тобой. Enemy
Сейчас кот, сейчас прибегу, я просто слышу, бля, она наверху, походу, коробка ладно. Где, где? Камер. Так давай я UAV пока дам. А, окей, ой, блядь, вот тут тип. Арен, к лестнице может залезть. Да, он прямо надо мной. Так, я с другой стороны обойду, слышишь? Дрон. Давай. Стараюсь. Блять, ну лестница с своей же стороны, тут с этой стороны нет лестницы. А там большая лестница, по-моему. А. Не, у тебя тоже, по-моему. Нет, нет, с моей стороны нет лестницы. На крышу есть лестница. С этой стороны. Внутри. О, блядь, передо мной! Вообще на крыше был, да? А он на втором этаже был, сука. Кстати, бля, что я не купил? Self-revive есть, здесь лестница, Олег есть. А, блядь, я её продуплю. Баунти, баунти пойдем возьмем рядом. Слушай, я пойду сейчас возьму UAV, слышь, дам сейчас, как раз лодаут упадет и подниму свой Precision. Need recon at this location. UAV entering the AO. Found a vendor. А ты не видел, сколько лодаутов? Gas inbound. Safe zone relocated. Вот тут уже тип, слышишь, он летит походу. А нет, походу он приземлился на ту крышу. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Арач. Я его кореш. На хардбите я уже его тоже. Сейчас с подписчиками не общаешься. А? Ты тоже не общаешься. Слышь, я не могу понять, что происходит, кот. Ты слышишь кого-то? Мысли. На хардбите я никого не вижу. Тебя... Кто-то приземляется, кот. Мне кажется, к нам кто-то приземляется, кот. В орбите, сука, снова никого не вижу. А мне никто не пишет, кот, арт. Я тебе написал уже. А шот мне написал? Здесь мёртвый чел лежит. Ты там арт. Так смешно себя обрезал. Что, плохо? Лучше не обрезать так? Мне смешно смотреть. Ты какой-то прозрачный там. Да, я сделал, чтоб было видно счет. Ты какой-то желтый там. Риолу. Ты еще себя воткнул там, где этот счет. Сколько убийств. А куда мне поставить себя, чувак? Со всех сторон надо шоу. Смотреть у эти стримеры как делают. На ну, левое там... место. А лево карта. Внизу жизни. Слева, внизу. Так слева. Так там жизни, блять. Поэтому и сделал прозрачным. Кот, что мне не нравится наше местонахождение, честно тебе скажу. Давай что-то думать. Алкоголички. Жаль, вперед там, посмотрим. Ну вот у стримеров справа. Справа посередине. У рекрента слева посередине. Алик, давай. Её видать? Pressing recon! А, нахуй вообще никого нет, блядь, заебало.
Идем вперед немного. Че, какие-то катки, блядь, последние, сегодня весь вечер, блядь. Просто с Кирюшей, блядь, втрое в тройке, блядь. Тихо. А, это ты. А что ты мне написал, Арт? У меня ничего не было. Я написал, что типа ты смешно себя обрезал. Мне сообщение, типа мне один написал Xbox Sucks, написал что-то мне, я читал, ну видел. Он написал хай. Хай. А это кто написал, кстати? Ану, попробуй еще что-то написать, я хочу посмотреть, вылезет или не вылезет сообщение. Там внизу. Справа, снизу справа вылезает. Справа, внизу, да. Ты видел, да, что ты прислал, оно? Нет, я когда стримил, у меня вот так выскакивало. Напиши что-то. Только не пиши там OG Sucks. Кто я знаю тебя. Голубец. Вообще какой-то не нравится, у нас с тобой как-то мы играем, да, странно, согласись. Все. OG Sucks. Фусич. Куда ты хочешь кот пойти? Для опытного бойца Warzone. Ну, для опытного, да, а если такой бомж вроде тебя, то нет. Куда этот петух депутатский убежал? Да, у него, чувак, вообще не шло нихуя. Кот, мы туда бежим? Кот, куда мы бежим? На синюю или там люди? Нет, там нет людей, мы просто куда-нибудь пошли. Подожди, так... Засядем в домик. После каждой игры говорил, я с таким пингом невозможно играть. А он что, включил свой звук? Нет, ну я же в тусе был, когда он это говорил. Типа я всю жизнь с херовым пингом еще и, типа, помнишь, у меня стик сломанный был? Кот, тут... Короче, слабый боец, я считаю. Кто может играть с хорошим пингом, да? Да, походу, стреляется прямо. Это Dead Silence. Когда в Москву приедешь, кот? Когда в Москву приедешь? По работе не бываешь тут вообще? Бываю. Там где-нибудь раз в месяц езжу. Вот пёс и ни разу не сообщил. Он по шлюхам просто ходит. В Москве. Так, котеечка. Родная. А вон тип. Пошли, блять, не знаю, мне кажется, типа так что подсушили. С этого дома, мне кажется. Я в Москву обычно выезжаю часа 4 утра и часов в 11 вечера возвращаюсь. Не до тусичей всяких. Он имеет не до пусичей всяких, Арт. Ну и не до пусичей. Бостон. Блять, пизда мне не нравится эта катка, блять. Да, сейчас будем сидеть, короче, 10 минут 10, потом надо займемся. Просто первые бомжи забегут, засушат, блять. Вон, Олег на мне. Я. Там ты, я тебя не вижу. Блять, меня... Пизда, так и знали, поднимешь? Блять, он... Приземляется. Блять, ну конечно, 20. Да, блять, со всех сторон, сразу, чувак, сразу две команды, блять. Да ну нахуй, я не хочу играть, чувак, я тебе отвечаю, это хоть говно, блять. Просто пизда, сидели с двух, сразу две команды. Справа обходит уже. Внизу, мне кажется, внизу. Меня слышно? Да.
А ты что, не слышал, что он уже справа внизу, ну, справа, потом вниз спустился? Так он слева в итоге выбежал. Ну, он забежал направо, а потом снизу обходил, я просто не сказал, что... Не, я все слышал, я в него стрельнул, что я просто... Выходи, кот, что ты нас не вытаскиваешь, блядь, что ты постоянно ждешь? Пизда, блядь, чувак, я не знаю, я уже KD уронил, блядь, все, нахуй. Что, мне заходить или не надо? Заходи, блядь, у нас все равно нихуя. Ким пригласил сразу, чтобы я влетел, так сказать. А, я в ассасине просто. Блять, чё такая игра хуёвая? Я ненавижу. Блять, у меня сейчас я посмотрю, зайду в программу, блять, скиллы за сегодня, блять, за сегодня. Он вчера так радовался. Так это у меня вчера... сейчас стат как бомбезная. Я вчера охуенно, а сегодня плачу за этот. Это с БММ работает, этот ссаный. Вот этот, помнишь, который меня в прыжке замочил, пес? Блин, надо эту все равно роу ставить. Этого никто видно. У него башка один, красная. 1, 7, 2, 1. Когда я 7 киллов? Я не делал, блядь, 7 киллов. Сейчас, наверное, 1, 1, 7, делал 2, ты 7 киллов. Мы в катке, где этот, типа, с Килюшей. У него там 0 было вроде. Что две катки не показываются. Где я наверху сдох, да, вообще. Да, ну я понял, ну блять, когда это было, чувак, а это у меня предпоследняя катка пишется. Так, возьмем Роуз. Так. OG Одесса, можно войти. Входим в OG Одессу. Вход выполнен. Что за говно? Сим-карта не вставлена, как такое может быть? Работа удаленная, естественно, ничего не умею. Интим не предлагать. Как можно удаленный интим предложить? Будем дрочить на вебку. У меня есть вебка. И Олег в этот момент достает, понял, и пошел. Надо стримчански глянуть его. Турция нахуй. Так ты точно летишь, да? Типа того. Хорош. Там БЦР и все нормально, блядь. Завтра, наверное, зайти БЦР. Я закричу, когда... Нет, я не буду так говорить, потому что арт меня потом клипнет, как всегда. Еще с этого, со стрима, блядь, и пизда мне. Да, арт! Да? Fuck! No, fuck you! А, нельзя, нельзя!
Скажи fuck you, мне можно, да? Это тебе нельзя. Тебя зовут. Fuck you. Fuck you, а? Вот что я думал по этому всему поводу. Оп. Надо кота найти в Рязани и замочить. Я только что хотел со шербецуха напрячь, блядь. Напряг, нихуя не произошло. На стриме ничего не поменялось. Нельзя напрячь то, чего нету. Вот почему ты не флексишь никогда свой IQ. Так, идем сражаться на military base. Ай, Кэптон. Кэптон Арра. Арра, я машин. Give me my money, Арра. Give me my money, I go. Бля, а где тут, а где этот ёбаный грузовик? Я уже хотел... Блин, как можно жить в Америке и вот так разговаривать по-английски? Give me my money and I go. Ну, Илья так разговаривает. Ну, не так, но с акцентом. Нет, ну типа... А вы, в смысле, реально? У Ильи очень сильный акцент, он не может просто от него избавиться и все. Есть люди, которые не умеют акцент, ну, вот у них не меняется акцент. Ну, вроде говорил без акцента как-то. А это тебе кажется. Да, мне нравится, как он разговаривает. Пиздец! Я же его убил, пиздец! Мы вообще ебашец будем, или мы так и будем сегодня, блядь, нихуя не делать, а просто... Он, по-моему, себя переименовал в Сир Манчиз, по-моему, я вижу. Блядь. Ни одной пушки нет. Я вон базука. Это UAV или что-то вы... Это pre-fucking season! У меня винчак и базука. Let's fucking go. Твоя мечта. А у меня два. Ёбан, кто-то запустил дрона. Вот, у меня, бежит, кстати, комплект, который из Гастом. Этот. А, там стоит этот перк, типа kill chain. И реально там очень много выпадает всяких приколёх. Блять, Арчи, туда? Арчи, у нас вообще нихуя нету, у нас мы без пушек, ты куда? Блять, кот, кого хуй так быстро бегаешь? Блять, ну у меня нет пушек, что с ними ни с кем хуяриться, честно тебе скажу. Они лодоут купили. Пизда, я пошел в пожарку, парни, я, ну, просто реально меня... Да, купили комплект. Арт! Наших убили, убили. Я понял, ну просто мне надо взять, у меня вообще винчак это... Это хуйцо. Паркуй свою пташку. Так, мы можем купить. Go, на комплект. Сейчас, мне хотя бы одну броньку дай. Дайте хотя бы одну броньку! Бля, надо себе музыку играет, поменять. Быстрее. Сейчас, подожди, ты же выйдешь потом, если снова перезапустишь. Сейчас. Блядь, не... Сука, вы издеваетесь? Бля, деньги... Сейчас меня ёбнет снайпер, спорим? Да не возьми. Где котик нахуй? А, тут. Let's fucking... You really have to shout. Give me my money! Парни, я броньки должен себе купить. Блин, я не знаю, с чем играть. Надо эту фару вкачать, наверное. Надо? Подбирайте поцов, у которых она уже есть, и... Так, я взял HKM и MP5. Грузовик сзади едет, парни. У него в багажнике никого нет. Давайте хайкил гейм устроим, ты же стример. Я... А не пуси. Я ебашер. Вот, все, берем. Без брони. Вот тут типа так шьёбнут. Давай, ты где? Скайся за мной, let's fucking go! Погнали, high kill game. На моем этом, на моем баунти был, точнее на моем, вот тут был, тип. Ой, по мне хуя. Можешь скинуть вверх на них? Давай, давай. Там один, он один, один, смысла нет. Вон, вот, вот. Бля, сейчас мы... Ой, я нечаянно упал. Ха-ха! Хотел перезарядиться, и не получилось. Ах вы ж суки. 22 метра. Передо мной два чувака. Здесь я достану. Ах вы ж сука, мразь. Тварь.
teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Убил, да? Да, да, да. Файтил его, блядь, на свою мину там. Они уже слоудаутами. У них еще, походу, он не сразу сдох. Это, походу, другая... Или у него стал привайв. На втором этаже бегает. Мне кажется, все. Ну тут мы троих убили, слышишь? Может, стал привайв был? Most Wanted. Пошли, может, ебнем Most Wanted? Блядь, вот UAV не очень в тему. Он в открытом бежит, что ли? Блять, не вижу его. Забором. Без брони. Он не полностью, но... Бля, надо арта, я пошел арта выкупать. Маленький Арчи. Бля, меня заебали писать это, блять, хуйня нахуй. Арчи, ты маленький? Или ты Little Fat Archie? I'm Lil Fuego. О, а напиши Lil Fat Archie, может такого PSN нету? Я уверен, что такого нету. Вот этот прицел хороший, да, кот, который у тебя? Ну да, вот это. Мне так влом бить этот на него сетку. Это же отдельно, да? Да, я его долго в сети уже начинал. Так, что у нас по баунти, парни? Наверное, не а, это они лоудаут только что купили, блять. Да? Пиздец. Тут убили, вот здесь в доме был. Пиздец. Я нет, там... А, там он. Я ему дал хедшот, пиздец. Олег, OG. Я ему дал хедшот, пиздец. Надо подумать, что мы делаем, парни. Вот какая энергетика, вот вставай, как говорится. High kill game. Ну, high kill game, да, это я не против, но как мы это будем делать? Типа сверху купили лоудаут на баунти. Да не, ну это петушня. Блин, я забыл версию. Пиздец. Пиздец. Куда идем? Иди. Она больше в центре, да? А чё баунти? Ну они просто наверху раз. Хуёвый пуш, когда сверху, чуваки. И во-вторых, okay. Они уже тоже с лоудаутами. А ты кто его отметил? Я увижу, он вот сидит за меня. Ты можешь его ёбнуть? Вижу его. Блять, только я его увидел. Сука, там двое. Подожди. Блять, сейчас подожди, не буду. Блять. Даунул. Они прям высоко, да? Ебать, я там только что. А, только один килл дали. Мы его добил. Я одного. Не, добил. Я еще их другого поца добил, кто там. А, или ты, там ты его даунул. По ним справа я стреляли. А, ты я твоего, да, добил? Вот он. Ебать, я красавчик. А, вот щен. Нет. Еще склад целый, строим. Арчи, ты где? У тебя можно? Ай, сука, ублюдок. Просто ублюдок, мразь. Арчи, где? Я на вышке, а кота... Ну, типа, снизу убили. Вот, он светит. А, вижу. Блин, такой мразь. Ну, я не могу упасть вниз, короче, не получается. Как он меня выстегнул просто, я даже не понял. Тут даже не могу посмотреть, чтоб тебе подсказать. Бля, я подумал, что возьму скавенджер, слышишь? И выкупить лучше, бля, только тут еще один, да, пост где-то есть? А во враге, по-моему, сидел. Еще я отвечаю, один поц есть. Его попробую. Любить? Блять, я базарит, еще один лошара есть, ладно. Пойду скевенджер делать. Бля, выключи эту хуйню, может, нихуя не слышно. Да не могу выключить. Я пытался выйти, я не могу привыкнуть к этой херне, что кнопки нет. До сих пор. Ты единственное, что ты можешь включать, это shout! Shout! Бля, деньги заб... Не видите карту, я не пойму.
Блять, я не успею взять лоудаут. А, я могу выкупить, кстати. Арт, я иду тебя выкупать. Lil fucking Archie. Lil fat Archie. Я буду тебя выкупать, меня подсушат, спорим? О, снайперы хуярят там, где наш лоудаут, походу. Да, мне надо взять. Там где наш лоудаут, там снайперитос, слышите? Блять, может большой броник капнуть? Знаешь, что важнее, большой броник или лоудаут с гостиком? Лоудаут с гостиком, но я уже прибежал сюда. И свои броньки? Я уже, блять, чувак, забрал, я думал, ты не успеешь. Лоудаут, блядь, но я лоудаут не успею, сука. Хуёво. Не успеем сделать оно. Да почему? Я тебе говорю, не успеем. А где эти мохитосы тут были, блядь? У меня только 13 патронов на снайперку, ёбаный в рот. Next objective located. Good luck. Вы с гостами? Да. О! Moving. Может этого Хабиби долбануть? Блять, он за холмом. Я пытаюсь глянуть, парни. Спасибо. Next objective located. Блин, ну я, наверное, пойду доделаю задание. Блять, как я промахнулся? Блять, я мазила конченый, сука, снял всю броню. Одного выстрела не хватило. Почему первый выстрел с него не снял, блять, броню? Второй бы его добил. На крыше. Блять, я не буду стрелять, потому что нас там потом разебут. Может, да, его снять? Бля, снайпер всё меня палит. Блять, он, сука, он прыгает и стреляет, осторожно. И на магаз идете или как? Я просто захожу в безопасную зону. Потому что там снайпер. Я на магаз попер. Куплю аминишн бокс, у меня вообще патронов нет. Ну или... На большой крыше минимум двое. У нас тоже магаз, в принципе, есть, но... А, вы оба с той стороны, да? А, я буду чилить тут, хорошо? Братиславские. Он вижу одного на крыше. Меня увидел, интересно? Да, они меня увидели. Сука, на большой крыше. Да иди ты нахуй. Надо, может, коллегу как-нибудь? Да тут меня команда прессует, парни. Мне кажется, не знаю, выгодно, невыгодно. Или вот в этот дом. Обзор хорош. Я только чувака хотел выстегнуть, блять. А все хорошо, у меня даже патронов нихуя нет, блять. А, тебе, сука, по хребту ебанал. Тут еще есть. Пара, мне к вам прийти или что? Короче, я бегу к вам, но потом просто столько по открытому бежать. У-у-у, рандеву с незнакомкой. Копи, я
Я пойду, короче, да, мне все равно там у нас что-то куплено. Магази. Как горится. Я нет. А я не куплю, я купил Survivor Precision. Давай. Какой дом боем? Да похуй, где-то скидываю. Чтобы... Ты купил коробку, кот? Да, скидывай. Да, в доме. Только в доме, наверное, скинь её, чтоб... Ай, блядь. Парни, что по 5 киллам? Грузовик на нас едет, парни. Грузовик едет на нас, парни. Вышли, вышли. Соседний да, дом. Меня этот. Блядь. Вон, вижу его. Один, интересно. В доме? Да, в доме, он живой хуй. Вон, летит к нему тип. Что за рашем пса? Ну, пса не знаю, он один, нет. Блять, в темном окне вообще нихуя не видно. Вот, выбежал. Он внутри. Я его ослепил. Он кинул эту хуйню, термит ебаный. Я его это разложил. Даунул его, да? А, тут еще один. Ё-моё, я так поднялся. Блядь, там их двое еще, блядь. Один без брони. Без брони. Там трое, да. А кот, ты не выжил? Кот, там без... Блядь. Они за это... Стреляй прям. Сквозь... Ага, ага, да, 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 хорош кот. Да я, короче, нормал. Блин. А я что-то не понял, как... Там деньги пропустили. Как раз. Блядь! Сука! Блядь, ну я, блядь, с этим шум даже не понял сначала, что я в ГУЛАГе, блядь. Думал, что за кем-то смотрю. Блядь, просто пизда, блядь. Yes. Блядь, я думал, он один, видишь, поэтому я не хотел рашить, потому что я не знал, один он, не один, блядь, а их трое в конце, блядь. Сука. Да я бы их с гранатомета, конечно, долбил бы дальше. Пизда, блядь. Я что-то этот, не ожидал, что их трое. Думал, этот к нему летит, кореш. Нет, он хотел спиздить грузовик, он же сразу на грузовик полетел. Precision с меня подбери. А, у тебя есть. Там точно денег нет, блядь? Точно нет денег? Как раз, смотри, я тут сделал задание, и оно тут же от... Кот, там последнее. Точно больше денег ни у кого нет? Да все, я сделал уже буду задание. А, окей. Повезло, что в одном и том же доме обе коробки. Shout, let it all out. These are the things that I'm through without. Бля, сейчас забираться наверх будет нелегко, блядь. Можно грузить, блядь. Ебать, только что по бате залез, блядь, как настоящий топчик. Что-то тут у меня за оружие. Крик. А если фару надо увидеть, надо будет брать, блядь. Go. О, смотри, надо мной прям. Не вижу. Садимся на грузовик? Вы сейчас от газа там. Кот, Ар, ты бежишь? Да, да. А как мы уехать? Если направо надо будет уезжать. Кот, я не знаю, тебе, наверное, надо будет подниматься, мы тебя... Вон, справа снайпер. Прямо перед нами. Ар, ты видел, да? Вот его на карте видно. Да. Вот, я прямо на него еду. Двое. Обоих положил, куда давай, ты выходи. Уехал? Все, давай. А тут еще. Let's go. Хорош. Ну я ж, чувак, я хотел, чтобы тебя прикрыть. Ты же в открытом грузовике. И я, блядь, уехал, поэтому.
Ну и тебя, а то сейчас бы тебя убили. Какого хуя я открытом нахуй? Да нет, я не в предъяву, просто так хотел их добить, я, короче, только прицеливаюсь добить. Я какого хуя ты уехал? Я не в предъяву, чувак. Я не так сказал. Говорю, куда ты уехал? Блин, ну так смешно было, я просто, но они даже ни разу меня не выстрелили. Да они стреляли, чувак, они просто не попали. Не попали, да. Ногой просто не попали. Не то, что они выстрелили, да, они. Бля, может сейчас там два грузовика и просто поехать, нахуй, кататься? Да не знаю, я бы вот так шел, и все. Типа. Ну пошли. Go, раз вы такие крутые, а, нахуй. Так, парни, с вас еще по одному киллу, я вам так скажу. Не надо. Гангстеры в таких вещах не нуждаются. Опа, два лодика с нашим. А где вы? Куда вы побежали? Где-то где-то снайпер? Что снайпер? Ну где-то вот на синей точке, где-то там дальше, мне кажется. А, блять, а хуй я так бегу на релаксе бегу так. Ну там подальше, может быть. Да, кустовики могут здесь плыть, конечно. Так, я от вас снова отстал. Я как-то в своем темпе. Как говорится. Надо всегда смотреть самый, вот самый, блядь, кончик точки, блядь, назад точки. Блядь, у меня маски нет. Пиздец, это хуёво. Уберите синенькую, Арчи. Вот. 500 метров? Вон, вижу слева. Вот он стоит. Вон теп еще. Блять, может его снять? Не знаю. Не, да думаю, не знаю. У нас высота, да, в принципе. Но если по нам precision дадут. Блять, а я не в газе, кстати. Точнее, я. Бля, мы в открытом, у них лучшая позиция. Ну да. У них хотя бы дом есть, за которым можно спрятаться. Погнали, может, теперь правее как? Ну я сейчас. Ну так, чтобы была, мне кажется, и... Не полная. Они там хуярятся. Может, хлогличить можно? А он там до сих пор стреляется, типа, он вижу. Одного нокнул. Добил? Одного добил. Там до сих пор две команды. Вот он. Вон еще слева. Слева еще за домиком один. Вон что нас справа не обошли. Ага. У нас код справа. Ага, я вижу, я понял. Вон, вижу, блять, я проебался. Там кусты, пизда. Угу. Он слева, кажется, тебе бежит. Газ идет, арт, газ идет. Да-да-да. Я в маске, мне так страшно. А, у меня маски нет. Вы купили. В магазине. Там, откуда там взялся магаз еще? Он типа прилетел. Блять, опасть не могу. Вот тут. Блять, меня приняли. Сука, я мазила. Он сейчас усиленный, осторожно. Он рядом, да, уже? Ну вот там и мои отметки. Где-то где моя отметка, за ней чуть-чуть. Вот он. Да, сзади, сзади, сбоку! Снизу, снизу.
они вниз прыгнули. Да, чё, у меня self-revive нет? Вижу типа. Двоих вижу. Airspace to crowded. Вот еще один. Оу, сюда дали. Airstrike. А я никого, кстати. А я не добил, кстати. По мне стреляют, не пойму. Спереди, спереди, спереди. Ага. Вот здесь. Бля, мой так и не сдох, кстати. Суч. Под... Они внизу, они да, сейчас. Да, там одного даунул. Вот он, кот прям под тобой. Да как? Поднимешься? Я не могу дать страйк. Я тоже не могу. Сейчас мы. Он не поднимется, да? Блять, сзади меня, сзади меня! Блять! У меня self-revive нет, кот! Блять, я думал, там не подняться нельзя, я даунул его, блять, а там под. Домой, на. Let's щенки. Go! Блять, я там пролез, думал, подняться нельзя, он его, сука, поднял. И, блять, меня разъебал. Откуда ты там взялся этот берез? Бля, я трезво пытался стать этот Precision, не давало. Да, да, мне так. А я Precision там давно он там походу. Раз вот эти пиздники, которые внизу были. I really had to shout. Да, я на без Килюши вообще как-то поприятнее играется, по-моему. Че легко, блядь. Надеюсь, он нас примет. Даже подписчики, блядь. Даже подписчики пишут так. Блядь, ну хорошо, но код 5 киллов у тебя все равно нет, код. Бля, у меня там был даун. Не-не-не, на самом деле похуй, 5 киллов нет. Вот ты обосранный сидишь. Да ты сам обосранный. А я 9 килов взял, как батя затащил. Хорош, хорош. А чё вышли? А там замочек. Откуда эта собака вылезла, я вообще не понял, вот честно. Какая собака? Вот сверху, откуда он взялся? Там было из одной. Ну, они высокомаленькие, они были внизу. Не знаю, чувак, я там после одного даун, мне кажется, там, где он self-revinался, блядь, и поднялся как-то, я хотя... Я только начал по его корешу стрелять, и он, короче, в меня станку дает. А ты, кот, чё не поднимался? У тебя же девайс был. Ну, я поднялся, меня сразу добили. Да? Мы это, как его, ебашиться будем? А, ну мы же только что, в принципе, ебашиться, только что. Ладно. Come on. Ноги замерзли. О, кстати, надо было поменять настройки. А как это... Где это меняется музыка в машине, это где, арт? Все. Блин, не помню. Там, по-моему, где лодаут, и там есть такая херня, типа, транспорт. Нет, Ира кидает сексуальные, ну не то, что свои сексуальные фотки, а типа какие-то картины там, где девка типа сверху на тебе, типа ебутся. Это как я тебе скинул, да, группу вчера? Ты, а я, она закрытая, чувак, там нельзя зайти. Там private group, я не мог там зайти. Я уже достал нахуй член, держал его в руках, а тут такая хуйня. Олег, ты на стриме, Олег. Да похер, похер, чувак. Тут весь контент 18+. Я тебе сейчас скину ссылочка.
Я только что так поца разъебал хорошо. Силочку? А ну-ка. Лока-лока! Так, хорошо, я смотрю. Sugar Baby. Sexflix. Ох, там у тёлки сиськи классные. Можешь сохранить эту... А как сохранить гифку? Открываешь ее, там будет... Стрелочка такая? Да. Save стрелочки GIF. И save to camera roll. А, camera roll надо? А у меня нету camera roll. Ты... Save GIF. А, я думал, ты хочешь к себе на телефон сохранить. Да не, не, это гифку. А, это меня... я видос просто открыл. Я видос открыл. Поэтому так, мы вылетаем. Куда мы вылетаем? Новенькое местечко, интересненькое какое-нибудь. Какой он на Бониард? Бониард прикольный. Шмониард, ну давай, отмечай. Но мы уже поздно туда вылетели. Котик, нормально. Тебя проигнорировали. Ненавижу эту херню. Променады. Бля, аж у меня спина болит, нахуй. Это все Кирюшу тащишь, тащишь на тебя. Да я тебе говорю, ты прав, да вот я тоже так считаю. Это все из-за этого, чувак. Кирюша, слышишь? У меня из-за тебя грыжу, блядь. Тащу тебя к победам постоянно. Давайте вместе, вместе, together, together. Арт, ты на них уже? Арт, они на мне. Ну, типа, я тут тусил, они сюда прибежали, походу. Они отбегают, они тебя испугались. Ну, походу. У меня только 30 патронов. Рашец. Так что, рашец? Кот. Большой броник. Здесь. Вас есть броня? Могу поделиться. У меня один броник есть. Кот, ты идешь рашить с нами? Да. А, ну без хардбита и без UAV, конечно. Не в доме. Я вот в этом попал. Правильно, думаете, они там... Они там засели, да? Может, они одного туда отправили? Блин, как я его не выстегнул, это жесть. 1 миллиметр жизни у него там оставался. Где он? Втором, внутри был. Их двое? Surviving earns them redeployment. Your teammates done in. They're returning to base. Блять. Не один, походу. Еще один остался живой кот, который тебя добил. Бегает рядом со мной. Че, он летел, да? Да, он где-то рядом со мной. Ты рядом, я не знаю, где он тут. Вот это ты? Он вокруг нас где-то бегает, я вот слышу его.
Слышишь? И купи UV, дай. У меня Precision. Ну, сейчас, просто он так у меня засушит, пока я выпрыгну. Кот с тобой. Вот он, блядь, кот он, кот. Кот, его видно на этом, на хардбите. У меня одна бронька. Пидор конченый. I fuck your ass. Блин, как ты типа не убил? Просто у меня там... Это мой большой броник, кот, ну. Тебе не стыдно? Это вообще-то мой был, ну ладно. Нет, вот этого, которого типа, там еще один лежит. Броник, типа, не так, вот бичачился, слышите, мужики? Комплект. Не хватает. Куда идем? Пошли, мне может, кажется, еще можно пол... мне кажется, полутать еще можно немножко в этот, как его, Бонни Ярд. Мы что-то не все залутали. О, красная коробочка. И там есть большой броник. Ну, у нас теперь хватает денег, парни. Го в магазин, сзади вернемся. Го-го-го. А? Нами в магазин. Ну давай с вами, да, который. Так уж и быть. Олежка, конечно, хрываш, Олежка хрываш. Налтал денежек. Кирюша, fuck you! Как я его? Как его нафиг, пса этого? Теперь будет засыпать и смотреть наши стримы. Бля, мне кажется, ты попробуешь новенькое, мне кажется, хуёвое кинул. Ну, ладно. Да? Хотел попробовать. Как ты знаешь, научиться. Ой, блядь, сверху сейчас упадет. Блядь, что ты делаешь? Дьявол. Забора. Нет, короче. Лучше так не делать, короче. Что вы делаете, хлопцы? Да, у меня, сука, вообще нету патронов. Ну, точнее, не то, что... На снайперку максимум, а на ассалт труфлес. О! Пошлите, вы хотите их засушить? Гоу. Наверх. Подожди. О-о-о! Уп-уп! Да, это самое для полис! Ёбан, слышишь эту музыку? А где они? Вон, один бежит! Они в открытом! Ой, меня попали! Меня попали, больно! Где они? Да я вообще нихуя никого не вижу. Вы убили кого-то? Один у меня на втором этаже другой. Вы что, всю команду разъебали? Я ни в кого даже, я даже ни в кого не стрелял. А как вы их убили? Я даже ни в кого не стрельнул. Хлопцы. А где вы вертик поебали? Так он... Парни, как вы... Он на крыше. Как вы их разъебали, ну, вообще? Одного я на улице, а второго вот так зарашивал, зашел. Бля, а чего? Я вообще даже ни в кого не стрельнул, блядь. Я так не играю. Надо self-revive купить, парни. Ну да. Ну вы красавцы! Ебать, меня... Такой гейм, Олег. High damage game, слышишь, у меня damage, чувак, ты все поймешь. Ха-ха, и 2 килла, хорош. Умец. Челюскинс. Ха-ха-ха, у тебя в трусах. Челюскинс. Это да, челюскинс. Ха-ха. Лучше пью и вижу, наверное.
А мы сейчас пойдем с... О, спереотип! Я тебя понимаю, Арчи, он сам был. Пизда, просто в трусах хотел сказать. Чилит, в кустах чилит. Блять, снайпер сзади или спереди, не понял. Спереди. Снайпер. Снайпер по мне стреляет спереди, пацаны. Я не знаю, вот куда я смотрю, где-то оттуда. Откуда он стрелял по мне? Там снайперская винтовка прилетела спереди откуда-то. Вертолет спереди летит. Может оттуда, ну как-то далековато. Поручили. Так, парни, какая энергетика, что делаем? What's the vibe? Чем баунти? Ты же стример. Должна атаковать все. Ну надо, значит, побежали за баунти, блять, раз вот такие, ну, блять. А, ну кстати, это зона. Кирюш. Кот, а чё ты не спишь, кот? А чё, Кирюш на стриме? Нет. Чтобы было интересно, кто из вас откликнется. Сейчас пойду скоро. Я хотел приструнить этого пидораса. Чё, отдыхаешь с 1 по 10, да? Ну да. Блядь. Кот, не хоть и отдыхать, надо работать. Он чел, вот здесь вот пробежал. Да он побежал на баунти наш? Вот, вот здесь вот. Побежал вот этот. На хардбите я его не вижу. Может на поезде-то есть, папа, мы разошлись с вами. Так, надо что парни думать. Вот тут на магазе двое. Трое. А и там хуярится. Присоединимся к ним? Блять, сейчас бы сильные патики. Вон, передо мной тип. Блять, сейчас. Блять, ну я. Ладно, раз засушил уже. Вон еще сзади, вот там. Я, бля, специально к нему подбегал. Две команды, походу. На хардбите никого не вижу. Блять, меня за секунду. Да пизда нахуй. Конч ёбаный. Ну как он бежит по... Нахуй я вообще сюда побежал, блять. Бля, просто скрига нас, блять. В один ряд. Мы поцы побежали, блять. Кот, сука. Ну мы инвалиды, блять. Как можно так в один ряд бежать, пиздец. Отбегай. Я последний, парни, что-то сгорел нахуй с ты. Такой что хуйни. Сука, три роуза черных, ублюдки. Мы с котом вообще как, блядь, два идиота сыграли. Просто в один ряд друг за другом бежали, блядь.
Блять, постоянно меня со стороны спамят, какого хуя? Как, блять, он меня увидел, блять, так? Короче, я офф. Не-не, я офф, чувак, я офф, все, я вышел из игры, да.